Вячеслав Геннадьевич, поздравляем вас с победой. Почему пришлось дотянуть до овертайма? Ведь было огромное количество моментов, можно было заканчивать матч раньше. Спасибо за поздравления. Да, ну, наверное, сегодня все-таки вратарь соперника здорово играл, поэтому так получилось, что и наш вратарь тоже в нужный момент здорово оставлял нас в игре. Вот, наверное, весь и ответ на ваш вопрос. Юный игрок Станислав Яровой, две шайбы в КХЛ и обе Спартаку. Можно ли назвать его уже специалистом по красно-белым и с чем вы это связываете? Ну, да нет, наверное, это скорее стечение обстоятельств, но молодец, что забил нужный гол, сравнял счет. Будем надеяться, что на этом не будет останавливаться, будет забивать и другим командам. Спасибо вам большое.